Прошедшей ночью Севастополь подвергся обстрелу из всех видов оружия. Его техники и ополченцы прорвались через позиции украинских силовиков. Требуют всех видов оружия. Нам с трудом удалось дозвониться до жителей. Продолжают обстреливать Севастополь. Военная техника на улицах, в воздухе военный вертолет. Столкновение идут на подступах к городу. Есть раненые и убитые с обеих сторон. Продолжается противостояние ополченцев и силовых структур. Информация из зоны конфликта приходит крайне... С моей стеной, то, что называется, территория смерти. Там находится Севастополь. Песен еще не написанных сколько, скажи, кукушка, пропой. В городе мне жить или на выселках, камнем лежать или гореть звездой. На засаду отрядов самообороны. В результате был открыт огонь. Кто пойдет по следу одинокому? Сильные да смелые головы служили в поле. В бою. Внимание, по укрытиям. Мало кто остался светлой памяти, в трезвом уме, да с твердой рукой строй. Силовую операцию. Есть данные, что после консультации с ЦРУ в штурме участвуют все подразделения самого... Информация из зоны конфликта самая противоречивая. Одно можно говорить с уверенностью. Севастополь не намерен сдаваться. Где же ты теперь, воля вольная? С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Танки и пехота так называемой Национальной гвардии. Несколько часов шел бой. Третья оборона Севастополя окрестили политологи события в Крыму. По словам, города, в котором они жили, больше нет.